Пропавшая 4 дня назад 19-летняя девушка, о которой известно, что она села в попутный автомобиль, была на 6-м месяце беременности. Об этом 5-му каналу сообщил ее возлюбленный, рассказавший также, что после Пасхи они собирались пожениться. Он предоставил эксклюзивно для нашего телеканала скриншот последнего сообщения Анны, в котором написано, что она села в машину. Парень в отчаянии и просит помощи в освещении этого случая в надежде, что его невеста найдется. Анна-Мария Гужа родом из села Суслены Аргеевского района. Учится в Аргеевском педагогическом колледже. В пятницу, 12 апреля, после 8 часов вечера, возвращалась с работы из сектора Нестрены, где проводила индивидуальное занятие с учеником начальной школы. Расстояние оттуда до студенческого общежития немалое, и девушка, находящаяся на 6-м месяце беременности, позвонила своему жениху и попросила заехать за ней, сказав, что чувствует недомогание. Я позвонил знакомому из города, попросил его забрать Анну и отвезти в общежитие. В 20 часов 57 минут отправил Анне сообщение, чтобы она написала, когда сядет в машину. Она ответила «хорошо», а на 59-й минуте написала «села». Через 5 минут после этого сообщения парень, которого я послал, звонит и говорит, что никого на остановке нет. Как никого нет, если она мне написала, что села в машину? А он говорит, что стоит на остановке, и на остановке никого нет. Я быстро отправил ей сообщение «Где ты села?». Оно осталось непрочитанным. Тогда я позвонил через WhatsApp. Ответа нет. Позвонил по номеру телефона. Раздался один гудок, а затем телефон выключили. Молодой человек эксклюзивно для 5-го канала предоставил скриншот своей переписки с возлюбленной перед ее исчезновением. Из нее следует, что около 9 вечера девушка села в автомобиль. И он тут же направился в студенческое общежитие, где живет Анна, в надежде, что девушка окажется там. Однако с того дня Анну нигде не могут найти. На следующий день я пошел в полицию. Нам показали видео с камер. На нем видно, как она хочет сесть на заднее сиденье. Мне так показалось. Я думаю, что водитель ей предложил сесть спереди. Они проехали вперед километр к месту вроде парковки. Стояли там 6-7 минут. Потом развернулись и двинулись в сторону выезда из города. 5-му телеканалу удалось получить видео с камеры наблюдения, на которых виден автомобиль, в который села Анна. Это Ford Fusion. При увеличении кадров видно, что на заднем сидении находится человек. Видимо, поэтому Анна села впереди. Двоюродная сестра жениха Анны считает, что, садясь в машину, девушка была уверена. Ее прислал и он. Видно, что она хотела сесть сзади, но сзади кто-то был и сказал ей сесть впереди. Не думаю, что она знает этого человека. Она думала, что и он послал за ней машину, поэтому и села. Мать Анны тоже не знает, где ее дочь. Женщина рассказала, что в последний раз разговаривала с дочерью за 2 дня до ее исчезновения. Со слезами на глазах женщина говорит, что Анна спокойный человек, у нее нет врагов. Я позвонила полицейскому, он мало что сказал, просто сказал, что ищут. На грани отчаяния женщина попросила и жителей села помочь найти дочь. На странице национальной полиции в Facebook на 3-й день после исчезновения Анны появилось сообщение, что ее объявили в розыск. В правоохранительных органах нашему телеканалу сообщили, что рассматривают несколько версий, однако отказались их озвучить, чтобы не помешать расследованию. Людей, владеющих информацией о том, где может находиться девушка, знающих любые подробности или узнавших автомобиль на видео, просят позвонить по телефону 112 или 078-325-001, с которого нашу редакцию попросили о помощи. Рост девушки 165 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие. В вечер исчезновения она была одета в черные брюки, белую майку и черную блузку.